Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня в управлении Федеральной налоговой службы региона прошла встреча, где налоговики рассказали о льготах в земельном и транспортном налоге. По новым порядкам законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Так, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог взиматься не будет. А если площадь участка превышает 6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся площадь, отмечает руководитель управления налоговой службы Шалбана Олчейбен. Считается, что действующим порядком Гражданского кодекса объекты движимого имущества, которые в едином государственном реестре недвижимости не регистрируются, то они, соответственно, не облагаются вообще налогом. Есть вот эти разъясняющие письма о порядке у нас, в принципе, существуют, поэтому вот у нас вот такие существенные изменения, которые вводятся за налоговый период с 2018 года. Также на пресс-конференции были затронуты и вопросы льгот для многодетных семей. Для семей с тремя и более детьми будут предоставлены льготы по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка и по налогу на имущество. Владельцев недвижимого имущества, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей. Для того, чтобы эта льгота заработала, нужно подать заявление. Либо через личный кабинет налогоплательщика. Как вы знаете, у нас по республике более 67 тысяч пользователей личного кабинета для физического лица. Либо по почте в бумажном виде, либо обратившись в любую налоговую инспекцию нашей республики. Для того, чтобы срок подачи этого заявления у нас до 1 мая, осталось буквально несколько дней у нас для того, чтобы подать это заявление. Поэтому для удобства населения мы начинаем график работы налоговых инспекций, мы изменили. Сейчас операционные залы наших инспекций с завтрашнего дня будут работать не с 9, а с 8 часов утра. В октябре прошлого года президент страны подписал закон об обеспечении дополнительных социальных гарантий гражданам предпенсионного возраста. Так, закон предусматривает сохранение пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 1 января этого года попадают в категорию предпенсионного возраста. В части касаемо льготы, вот предоставления пенсионерам, даже если существует тоже льготы, же на один объект недвижимости он может претендовать льготу пенсионер, и а также на вычет 6 соток, то список лиц, там законом также предусмотрено лица, подпадающие предпенсионного возраста, тоже инвалиды, пенсионеры могут в эту категорию льготников попасть. Мы с этими списками тоже активно работаем с управлением пенсионного фонда, мы получаем эти списки. И, соответственно, автоматически от пенсионеров теперь подтверждать, он что является пенсионером или чего-то дополнительно не требуется. Если ранее это было, нам для налогового органа нужно было, чтобы пенсионным удостоверением человек подходил, теперь в рамках обмена между пенсионным фондом мы обмениваемся информацией, и, соответственно, льготы вот такие тоже предоставляются. Предельный срок для подачи налогоплательщикам физическим лицом уведомления о выбранном земельном участке переносится с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом. Это позволит реализовать возможность представления уведомления в отношении земельного участка, права на которые возникли в течение последних двух месяцев. В Туве за минувшую неделю изъяли из незаконного оборота около 3000 литров нелегальной алкогольной продукции. По данным Департамента региональной безопасности, большая часть спиртного везли в труднодоступный Тоджинский район. На единственной дороге, ведущей сюда, были задержаны 4 микроавтобуса, загруженные водкой безо всяких документов. Глава Тувы считает, что период высокой активности нелегальных торговцев алкоголем необходимо использовать по максимуму. Поэтому в майские выходные органам
местного самоуправления вместе с полицией необходимо усилить работу по выявлению точек незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Такой подход позволил в прошлом году установить и привлечь к административной ответственности владельцев 112 так называемых адресов, где торгуют зельем. В столице республики особое внимание нужно уделить контролю за левобережными дачами, где практически открыто торгуют не только по дворам, но и в магазинах, хотя большинство из них не имеют лицензии на продажу алкоголя, отметил глава региона. Жители Тувы приглашают присоединиться к команде лидеров Енисейской Сибири. Именно с таким предложением ко всем жителям Тувы, Красноярского края, Хакасии и тем, кто получил образование в этих регионах, обращаются организаторы межрегионального кадрового конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». Сейчас в Енисейской Сибири запускаются 32 инвестиционных проекта стоимостью почти 2 триллиона рублей. В связи с чем потребуется около 70 тысяч специалистов по самым разным направлениям. Участников ждет бесплатная образовательная программа, полная оценка их компетенций, возможность попасть в кадровый резерв Енисейской Сибири и найти здесь свое профессиональное место. Пока 50 человек от Тувы подали заявки на конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Этот конкурс – реальный шанс попасть в кадровый резерв всех тех проектов, которые очень скоро стартуют не только в Туве, но и в Хакасии, и в Красноярском крае. В общей сложности 70 тысяч рабочих мест они создают, и компании-инвесторы, которые придут на эти проекты, при наборе специалистов будут прежде всего ориентироваться на кадровый резерв конкурса лидеров «Енисейская Сибирь». И если ваша фамилия там будет, то это почти 100% гарантия получить работу на великих сибирских площадках. Экспорт через Тувинский участок российско-монгольской границы за год вырос почти в 3 раза. По данным Федеральной таможенной службы, внешний торговый оборот республики в 2018 году составил в текущих ценах чуть больше 130 миллионов долларов. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила около 89%, импорта – 10%. В 2018 году было экспортировано товаров на сумму около 120 миллионов долларов, что в 2,8 раза – больше по отношению к 2017 году. Импортировано товаров на сумму более 13 миллионов долларов, что на 23% больше по отношению к 2017 году. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 79 копеек, евро 71 рубль 74 копейки. Чтобы на кухне все сияло, чтобы чисто было, закупи все для посуды, гели, губки, мыло. Магазин «Химтоп», Айона Курседи, 103/2. Ики Това. Намасте. Меня зовут Биту Малик из Индии. Дорогие друзья, мы все вместе приготовили совместную песню, так что всех вас ждем. 28 апреля в ДНТ. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. «Ценолом» объявляет распродажу телевизоров. Компактные и большие. Для дома и для дач. Со смарт-ТВ и с изогнутым экраном. Приходите за низкими ценами на телевизоры. «Ценолом». Счастье в дом. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Досрочный период единого государственного экзамена текущего года прошел в штатном режиме, без серьезных технологических сбоев и нарушений, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве рассказали, что досрочно экзамены сдали почти 28 тысяч человек. Отмечается, что экзамены прошли во всех регионах России, за исключением Чукотского автономного округа. Для их организации было задействовано 319 пунктов проведения экзаменов, более 14 тысяч организаторов. Мониторинг хода экзаменов вели около 2000 общественных наблюдателей. В Рособрнадзоре отметили, что впервые в 8 субъектах Российской Федерации, а это Республики Мордовия, Тува, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, была применена технология передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по
по сети интернет. Проблем с использованием этой технологии не зафиксировано. Наиболее популярными предметами у участников досрочного периода ЕГЭ были русский язык, профильная математика и обществознание. Традиционно высокий интерес сохраняется к таким предметам, как биология, история, химия и физика. Во время досрочного периода с экзаменов были удалены 163 нарушителя порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе 87 за использование мобильных телефонов и 54 за шпаргалки. Аннулированы результаты экзаменов за различные нарушения у 180 участников ЕГЭ. Общее количество нарушений во время досрочного периода сократилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом, добавили в ведомстве. Основной период ЕГЭ 2019 года пройдет с 27 мая по 1 июля. В Туве стартовала театральная неделя. Артисты Тувинского национального театра вместе с активистами молодежных движений республики напомнили жителям о храме искусств, а именно о театре. Сегодня Тувинский национальный театр провел акцию на Арбате, чтобы пригласить наших любимых горожан, зрителей, а также гостей нашей республики посетить наш Тувинский национальный театр имени Виктора Квола на неделе спектаклей, приуроченную к году театра в России. Отметим, что театральная неделя в регионе начнется с премьеры трагедии «Кориолан» по пьесе Уильяма Шекспира. Спектакль полностью отличается от всего, что было раньше. Мы отошли от работы по системе Станиславского, когда актер полностью вживается в образ, живет его жизнью, говорят театралы. Кроме того, Национальный театр Республики подготовил для самих зрителей конкурс. В рамках театральной недели проходит конкурс рецензий на лучшую зрительскую рецензию, отзыв на спектакли, которые пройдут с 24 по 30 апреля 2019 года. Для участия в конкурсе необходима фотография билета. Рецензию можно написать в любой форме. Приветствуется творческий подход. Итоги конкурса будут подведены 10 мая. Сами работы будут приниматься до 3 мая. Посты, опубликованные позже этой даты, не рассматриваются. Лучшие рецензии будут опубликованы на официальном сайте театра и в социальных сетях. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. По республике переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег, возможно, гроза. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем местами порывы до 11-16 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем плюс 14-16 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Пора переходить на цифровое телевидение. Пора? Пора! У нас современный телевизор 32 дюйма можно купить всего от 8999 рублей. Ценолом. Цифровое вещание в каждый дом.